Настроение у погоды непредсказуемое. С утра дождь и гололед, а днем лужи. Зима – это время чудес, но превращение белого снега в грязную кашу под ногами – это определенно не та магия, которую ждали дети и взрослые. А устранять последствия непогоды – по-настоящему важная задача, которая стоит перед работниками предприятия «Коммунальник». Хотим, чтобы город был чистый, чтобы людям было где пройти. Вчера говорили спасибо огромное люди, благодарили. Скольки работаете до скольки? С 6 утра до 2 дня. Если надо, выходим во вторую смену. Расчистить проезжую часть, тротуары и остановочные пункты и посыпать песко-соляной смесью – задача непростая, особенно если делать это вручную. Значительно повлиять на темп уборки и ее объемы способна только специальная техника. Предприятие «Коммунальник» заблаговременно подготовилось к сложным погодным условиям, к зимним погодным условиям. Заготовили 25 тысяч тонн песчано-соляной смеси, которыми обрабатывается проезжая часть улиц. У нас при сложных, прогнозируемых сложных погодных условиях сформирована дежурная смена, которая круглосуточно находится на работе. Разработано 15 маршрутных графиков, согласовано с ГАИ. Маршрут это порядка может занимать 15 километров. И, в общем, приблизительно машина высыпает свой кузов на 15 километров. Если плюсовая температура будет держаться и дальше, то от снежного великолепия совсем скоро останутся только фотографии и воспоминания. Но даже если так, пускай с прошлогодним снегом уйдут все заботы и печали, а в 2023 году выпадет новый, как воплощение исполнения желаний и новых надежд.